сторону, да? Позиции. То есть в этой позиции. Вот я смотрю, какая у меня позиция. Может быть, то есть какая-то позиция. Раз. Переход здесь. Здесь, видите, вот. Оп. Здесь. Смотрю. Видите, вот ушел. Может быть. Раз, эта рука перехватывает. Если у меня здесь где-то что-то не получается, то есть я иду так. Мне удобнее нанести удар. Не туда поворачиваться, там он может закрыт быть. Это бедра работает чуть-чуть. Смотрите, движение локоть. И сразу дальше. Дальше я пошел. Потому что он забудет уже про это. Если я буду поворачиваться так, мне неудобно. А здесь гораздо удобнее. Почему? Потому что я его руку открыл с этой позиции. Видите, я закрыл. Где-то пытаюсь что-то делать, он мне не дает. Я прижал к себе, открыл, теперь работаю. Второй рукой ему трудно будет защищаться. А когда я ударил здесь, я развернулся. Видите, и он. Я могу здесь бить. Только развернуться надо. Если я этого не сделаю, то у меня будет проблема. Ну, не будет проблем. Проблема в первую очередь у него. Вот смотрите, как он долго стоял в этой позиции. Да, некоторое время мне хватит, чтобы подумать и сделать по книжке, полистать, сделать некоторые приемы. Потому что он все равно не реагирует на движение. Потому что устал, да? И дыхание у него от наслаждения ушло.